Дорогие друзья, всем привет! Вы смотрите передачу «Покашеварим». Сегодня я вам покажу, как сделать рубленые котлеты из свинины с цукини. Для приготовления этих сочных котлет к нам потребуется свиная шейка, грамм 800-килограммчик, один средний цукини или вот 2/3 одного большого. Луковица, зеленушечка какая-нибудь. У меня вот будет эта петрушка. Вы можете заменить на кинзу, например. Еще нам очень пригодится соевый соус и соус терияки. В принципе, без этого можно обойтись. Нам также нужен перец и соль, чуть-чуть муки потребуется и оливковое масло. Нарезаем луковицу очень меленько. Обжариваем лук в небольшом количестве растительного масла около 5 минут. И откладываем в сторону, чтобы он остыл. Натираем цукини на крупной терке. Натереть надо вместе с кожурой. Цукини немного солим и оставляем на 10 минут постоять. Зелень мелко рубим. Нарезаем свинину помельче. А затем с помощью одного или двух тяжелых ножей превращаем свинину в такой мелко рубленый фарш. Ни в коем случае не надо пользоваться мясорубкой. Не поленитесь и сделайте, как я вам говорю, это будет вкуснее. Смешайте свиной фарш вместе с луком и цукини. Добавляем зелень и примерно чайную ложку черного перца. Добавляем по 1 столовой ложке соевого соуса и соуса терияки. Немного солим фарш. Тщательно вымешиваем фарш в течение 5-7 минут. И ставим ее в холодильник на полчаса. Смачивая руки в воде, формируем небольшие, кругленькие, толстенькие котлетки. Каждую котлету надо припудрить мукой. Обжариваем котлеты на сильном огне в оливковом масле до образования румяной корочки. Обжариваем с двух сторон, друзья. Разогревать духовку до 160 градусов. Затем ставим в духовку на 10 минут. Сочные и вкусные котлеты готовы. Приятного вам аппетиту! С вами была передача «Покашеварим», я ее ведущий Виталий. Всем пока, до новых встреч. Не забывайте подписываться на мой канал, конечно же, надо ставить пальцы вверх. И, конечно же, надо вступать в группу ВКонтакте. Сделайте это прямо сейчас.
Thank you.